Ну вот, видите, бежит, и это бежит уже с весны. Ничего не принимается, как бежала, так и бежит. Клубится пар, течет горячая вода. Теплотрасса в поселке Южный в районе трассы Здоровья дала течь сразу в нескольких местах. Местная жительница Ольга Нагаева забила тревогу еще весной. Коммунальщики протечку устранили, вот только в одном месте. Остальные три обошли стороной, жалуется женщина. Давление же падает. Скорее всего, трасса старая, с тех пор построена, когда Южный запустили. Теплотрасса старая, вода же бежит, давления нету. Представляете, сколько воды уходит никуда? Это же расход воды, кто-то же за это платить должен. А платить, скорее всего, наверное, мы будем. После нашего обращения в СГК ресурсовики выехали и осмотрели место. Оказывается, что на трубопроводе тепловой сети произошло повреждение сальникового компенсатора. 26 июля специалисты СГК начинают работы по замене неисправного компенсатора, а также устранению дефекта на теплосети. Для этого понадобится отключение горячей воды у 17,5 тысяч жителей поселка Южный на одни сутки. С 9 утра 26 июля до 9 утра 27 июля. Также в конце августа на тепловой сети в поселке Южный продолжится модернизация восстановленного участка и установка запорной арматуры на центральном тепловом пункте. Жителям поселка в этот период тоже придется потерпеть без горячей воды. Правда, уже почти трое суток. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.